В Туле состоялся финал всероссийского конкурса «Мастер года». В нем приняли участие работники системы среднего профессионального образования из всех 89 регионов страны. Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» и способствует формированию и развитию кадрового потенциала системы среднего профессионального образования. В этом году из порядка 4000 участников были отобраны 89 педагогов, из которых выявили 10 финалистов. И одного победителя им стал преподаватель Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Иван Зарубин. Он получит премию в размере 200 тысяч рублей. Место проведения финала было выбрано не случайно. В прошлом году победителем конкурса стал представитель Тульской области. На сегодняшний день в регионе работает уже 6 образовательных кластеров профессионалитета. А до конца следующего года их будет уже 8. Всего в проекте участвуют более 794 колледжей и более 900 опорных предприятий-работодателей в 68 регионах страны. Уже созданы кластеры по наиболее востребованным отраслям промышленности, таким как машиностроение, сельское хозяйство, металлургия, железнодорожный транспорт, химическая, атомная и фармацевтическая отрасли, топливно-энергетический комплекс и многим другим. Хороших вам новостей!